Нам потребуется 100 грамм сыра, 50 грамм сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 1 яичко, 1 стакан молока и зелень, укроп и лук. А также ложка приправы. Картофель. Наливаем в миску молоко, разбиваем яичко, слегка все взбиваем. Добавляем сыр. Приправу. Солим и перчим по вкусу. Все перемешиваем. Выдавливаем чеснок. Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем картофель в форму. Заливаем наш картофель сырной смесью. Добавляем оставшееся сливочное масло. И еще слегка посыпаем сыром. И отправляем в разогретую духовку. Крошим лук и укроп. Картошечка готова, посыпаем ее зеленью.